смотри. Вот это да. Вот это я вдул. Тысячи за две, за три. Она бы тебе дала за эту сумму? А что не дала? Ты че? Может, платит пошли? Да ты не завидуй. Хотя у тебя тоже вроде все нормально. Да че я? Развернулась недоделка. Зубрила. Ну, спрашивать автора всего произведения, я думаю, без толку. Ну, хотя бы без ошибок. Брависсимо. Полюбили. Совсем уже обнаглели. Учитель вошел в класс, они сидят, как ни в чем не бывало. Может, урок отменят? А я в одном кино видел, что когда так затихают, превращаются в монстры. Вон, смотри, одна уже превратилась. Может, это заразно? Вот я вот сейчас хочу все-таки донести до вашего мозга, чтобы до вас наконец-то дошло. Вот понимаете, вот это ваше поведение, оно ведь меня не удивляет. Я понимаю, у вас кубертатный период, это трудный возраст. Но эти все подляны, которые вы мне тут делаете, мне на них наплевать. Вы меня не доведете. У меня достаточно крепкая нервная система. Стебаться над другими, прикалываться. Ну, это все, на что вы способны, по факту. Вы всего лишь навсего вот одноклеточные амебы. Понимаете? Вы никто, вы пустота. А я поставлен вот сюда, вот на это самое место, чтобы из вас, вот из таких вот, сделать людей, сформировать личности. Понимаете? Я понимаю, для вас эти слова не знакомы. Так вот эту пустоту вашу, вакуум, лакуну, я должен наполнять ежедневно новыми смыслами, идеями. Чтобы вы научились думать, мыслить, анализировать. Сформировать из вас, я не знаю, духовно, морально, нравственных, совестных, в конце концов, людей. А что в итоге? Ну, чем вы интересуетесь по жизни? Да вы закопались уже целиком и полностью в этих ваших гаджетах. В своем этом интернете. Ну, если бы еще хотя бы что-то нужное, что-то дельное там подчеркивали, а что в итоге? Тиктоки вы эти ваши, хреноки. Ютубы. Смотрите там всякую хрень, как губки в себя впитываете вот это вот все. Весь этот шлак, который там вот сливается. Вы без своих гаджетов уже, извините меня, конечно, за выражение, вы уже в туалет сходить не можете. Вы уже задницу себе потереть без их помощи не можете. Вас ничего в этой жизни не интересует. Ни наша страна, ни ее будущее. Да мне кажется, по большому счету... Вы сами себе не нужны.
Это просто неуважение. Неуважение ко мне. Это в первую очередь неуважение к вам самим. Вот таким вот, какие вы есть. А мы потом еще удивляемся. А у нас поколение пропадает. Да, смешно, смешно, конечно. Нет, я, конечно, все понимаю. Но, дорогие мои ребятки, совесть надо все-таки поиметь. Ну, хотя немножко. Вот вы сейчас сидите тут все такие. На чиле, на расслабоне. Вам вообще плевать, что вошел учитель в класс. Вы даже не соизволили встать. Вот знаете, что больше всего меня поражает? Это вот как вот вы, ну, подобные вам, еще умудряются поступить в высшие учебные учреждения. И ведь заканчивают их. Заканчивают с красными дипломами. А потом вот, вот такие вот чудо-специалисты приходят, ну, каким-то предприятием, ну, типа нашего отечественного автопрома. И что в итоге? Да ну его нафиг из говна конфетку делать. Тянуть бегемота из болота. Мы все равно как немцы-то мы лучше-то не сделаем, правильно? Ну что заморачиваться? Да проще он и раскошелиться, иномарку купить, и все. Никаких проблем. Потому что вам ни до кого нет дела. Вот вы, дорогие мои ребятки, люди 21 века, вы родились уже в нем и жить вам в нем. Только как вы будете жить, я не представляю. А ведь все будущее нашей страны целиком и полностью будет зависеть от вас. Может быть, у вас есть какие-то новые идеи, смыслы, замыслы? Как вытащить нашу страну из вечного кризиса? Ну так ведь нет ничего, ребятки. Ну хорошо, пускай вот это все устарело, оно несостоятельно. Пускай где-то перегнивает там, на складах, в библиотеках. Пускай пылится там. Ведь что такое библиотеки? Некоторые товарищи говорят, что это просто склад. Как музей. В музее хранятся вещи, которыми мы в быту уже не пользуемся. Ну, значит, вот этими идеями мы тоже уже не пользуемся. Но понимаете, в чем проблема? Чтобы перестать пользоваться вот этими идеями и замыслами, нужно родить новые, свои. А где они? Где? Так вот, если у вас этих идей нету, тогда открываем учебник на странице 66, повторяем и подходим к доске отвечать. У меня все. Вот я и пытаюсь донести до вашего девственного мозга. Здравствуй, Лизонька. Проходи, садись. Что литература, если это, конечно, настоящая литература, не какая-то там Филькина грамота, это не тема раскрыта, ошибок нет. Ошибки они всегда были, есть и будут.
это в первую очередь колоссальнейшая работа человеческого духа. Но чтобы разбираться в этой теме, нужно быть самому в теме. Ну, я уж не говорю знать всех наших писателей земли русской. Ну вот, хотя бы самые основные. Знать, в чем они схожи, в чем они различаются, в конце концов, между собой. И уже потом решить для себя, нужно тебе вот это вот. Или послать все это в задницу. Ну, кто смелый, кто ответит? Курдюбов. Два. Ой. Можете две двойки поставить, слушайте. Мне это пофигу, а вы можете не отказывать себе удовольствие. Да вы не волнуйтесь. Я вам всем двойки за четверть поставлю. И в аттестате. Ну, кроме, конечно, Лизоньки. Лиза, Лиза, прочитала я твое сочинение. Да. Вы поэт. Не зарывайте ваш талант. Мне кажется, в литературе у вас будет большое будущее. 5. 5 с плюсом. Да, если можно было поставить, я бы поставил и 20. Золотая медаль у вас в кармане. Я вам обещаю. Чего ты, проститутка, блядь? Что ты там сказал, подонок? Пошел вон из класса. Тихо! Мне интересно, как вы будете сдавать ЕГЭ? Так я умный, из трех вариантов угадаю, там, угадай мелодию. Вот с вашей позиции по жизни. Я даже не знаю, что из вас вообще получится.
масло. Да. Вот она. Жизнь. Холостяцкая. Весь день ловит стрекоза собственную тень. Да. Алло. Я слушаю. Не хотим, значит, общаться. Конечно, можешь и дальше продолжать молчать. Но я тебя и по молчанию узнаю. Я прочитал твою записку. Твой почерк. Его трудно с кем-то спутать. Лизонька, это безумие. Тебе 16 лет. А я старше тебя на 16 лет. Я был женат. Когда-то, еще в прошлой жизни. Я люблю тебя, Лиза. Люблю как свою любимую ученицу. Ты самая способная в классе.
Я уверен, что тебя ждет большое будущее. Ты встретишь достойного человека. Выйдешь замуж. Родишь детей. А про меня даже не вспомнишь. Я считаю, что это правильно, Лиза. Это правильно.